Недовольство пользователей замедленного прохождения транзакций растет. Подтверждение перевода может затягиваться на несколько дней. Причиной этих процессов выступает большое количество переводов в сети блокчейн и конкуренция пользователей. Способы решения масштабируемости криптовалюты есть. Специалисты рекомендуют обновление Segregated Witness Segwit, расщепляющие переводы, изолирующие подписи, после чего данные обрабатываются по отдельности. Система Lightning Network, используя скриптовый язык смарт-контрактов биткоина, снижает размер комиссии. Duplex Micropayment Channels, DMC, действует на уменьшение времени блокировки пользователей. Многомиллиардный рынок нельзя ускорить, поэтому пользователи используют предлагаемые решения ускорения передач, а общество разработчиков и инвесторов ищет новые пути.